стартует год российской истории в самой России и в странах СНГ. Что вы могли пожелать или передать вашим однокурсникам, коллегам, тем, кто заканчивал вместе с вами альма-матер, а сейчас работает и живет в других республиках Советского Союза бывшего? Может быть, какие-то особые пожелания для них? Ну, я думаю, что вообще ведь... Я сторонник того, что история является главным знанием, которое есть у человечества. В конце концов, я не могу определить там, патриотизм, предположим, через какую-то географическую составляющую. У Земли нет национальности, у Земли нет религии, у Земли нет истории, все Земля. Все это в головах у людей. Поэтому вот то, что у нас есть в головах, это и есть на самом деле и патриотизм, и наша система ценностей, и то, как мы будем жить. Поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы в головах были правильные какие-то координаты, правильная система ценностей. Вот, да, ИСТФАК заложил нам очень хорошую базу, но это не факт, что она теперь дана нам навечно. Надо ее поддерживать, сохранять. И мне кажется, все время возвращаться к университету, к истокам, к Татьянину дню, предположим, вспоминать профессоров, которые нас учили, это какая-то проверка реальностью, которая нас, так сказать, приводит к правильному знаменателю и позволяет правильно ориентироваться в сегодняшнем очень тяжелом мире. Ну, для них у меня огромный привет. Дело в том, что да, есть целая, всегда была на протяжении 70-х, 80-х годов была какая-то специальная категория наших студентов. Это студенты из Азербайджана. Это, так сказать, была какая-то такая даже постоянно существующая в сущности факта. И я был безумно рад, когда я туда приехал, ну, в общем, неожиданно, в том числе и для себя, когда они меня как родного встретили. Это еще одно доказательство того, что выпускник исторического факультета – это выпускник, это, так сказать, ну, это определенного рода братство. И с этим братством у меня там были очень хорошие отношения. Мы неоднократно встречались. То я их себе приглашал, то они меня куда-то. Так что это очень важно и приятно, и хорошо. Я не знал об этом. Я сейчас с Азербайджаном напрямую не связан. И я не знал о том, что исторический факультет в Азербайджане проводит подобного рода акцию. Но я очень рад. И основа этому, почему именно в Азербайджане в первый год? Ну, так, или сразу? Ну, потому что все-таки... диаспора исторического факультета – это тоже фактор. Помните о том, что у нас у всех одни корни, одна культура, помните о нашей общей истории и, не забывая уроки истории, строить свою жизнь уже в новых условиях, в новых государствах. Они имеют право на существование, они имеют право на свое развитие. И я уверен, что выпускники ИСТФАКа могут внести очень серьезный вклад в развитие новых современных государств. Что бы ни происходило в политической сфере, студенческое братство никто не отменял. Оно живет независимо от границ, от территорий, от национально-государственных образований. И мы все это знаем.